Один поэт свой путь осмыслит сились, хоть он и не был Пушкину сродни, вскричал: «Куда вы удалились, весны моей золотые дни?» Золотые дни ответствовали так: «Мы не могли не удалиться, раз здесь у вас такой бардак, и вообще черт знает, что творится. Золотые дни в отсталости своей не понимают наших дней». Вот так. Ну вот, и в заключение нашей встречи я прочитаю вам, немножко подражая этому, первые две странички этой необыкновенной пьесы. Было так. В 64-м году, начало Таганки, Любимов познакомил нас с Эрдманом, который очень полюбил молодую Таганку, и попросил его наградить нас чтением. И вот в большой гримерке на втором этаже сидит этот гений отечественной словесности и наизусть 3 часа, ни разу не улыбнувшись, произносит слова этой пьесы. Мы рыдаем от хохота, падаем со стульев и никогда не забываем об этом счастливом дне. Потом от стариков МХАТа мы узнали, что за 30 лет до нас, или за 32 года до нас, Станиславский, услышав впервые эту пьесу, написал Немировичу: «Вчера, да у меня дома был Николай Альбертович Эрдман, читал комедию «Самоубийца». Я просил 3 раза сделать большой перерыв, чтобы не умереть со смеху». Потом попросил Эрдмана прочитать гениальным артистам лучшего мирового театра, первого МХАТа. Эрдман пришел и читал так же грустно, как и нам через 30 лет. Все они рыдали и падали со стульев. Вам не было падать, да это я и не Эрдман. Но я прочитаю вам самое начало, не объясняя. Кто знает, тот знает, кто не знает, не важно. Там всех жалко.